считаю, что мне знакомые люди. Ничего не известно ни из моих старых песенок, ни из прочих. Вот так потихонечку и начнем, и посмотрим, что будет получаться. Мы будем очень стараться. Ну, это я с инструментами. Стараться буду. А гарантий никаких. Старенькой Жанне д'Арк хочется в зоопарк, хочется в магазин, но дороговат бензин. Тому назад 100 лет Жанна сказала нет, мальчик и солдат, а он не пришел назад. Седенькой Жанны мир — это Гомер, Шекспир, книги со всех сторон, а не господин Макрон. Есть огонек в печи, есть от Рено ключи, и надо бы в магазин, но подорожал бензин. Утром любого дня школьники ребятня лупят в ее звонок. Прочь бегут со всех ног. Старенькой Жанне д'Арк хочется в зоопарк, хочется в магазин, но дороговат бензин. Обычные юнские дела, тарелки с нежным яблоневым цветом, салатницу, фруктурницу с портретом, розетки с золотистым крендельком, да соус с коротким козырьком. Придут ко мне мои большие дети, единственные, лучшие на свете. Таких ни у кого другого нет. Придут на ужин или на обед, а я мечу на стол и не на шутку салат, картошку, рыбу или утку. И старенькая рифма не в зачет, да и вино как надо течет. Придут мои прекрасные потомки, а у меня тут сумерки, потемки, и скатерть не постелена еще, и в солнечном сплетении горячо,
зайдут и скажут: пир у бабки Ёшки. Да это ж наши ложки, вилки, плошки, исписанные нотами листы и в вазе пересохшие цветы. Само собою стол уже накрылся, и мамин тонкий запах испарился, который над тарелками витал. И сердце мое бедное питал, питал, но и питал. Как я не плачу, я знаю, что могу и что я значу. Мой яблоневый цвет, мой старый друг, не дюжина, но целых 10 штук. Мягко отжимается тряпка. Все-таки ты полная дура. Как ты там, кухарка, служанка? Вот кого ни капли не жалко. Может, ты принцесса покровая, но довольно девушек кровая. Кто там отбывает повинность и не убывает невинность? Дороже работай, подружка, ты и так совсем поберушка. Испеки пирог с черной вишней, тот семейный, нежный и пышный. Положи кольцо понарошку, он возьмет кусок на дорожку и надкусит свежее с кровью, и не называя любовью, вспомнит он ослиную шкуру. Эту беспросветную дуру, эту незаметную дуру, эту межпланетную дуру. Сидели, рифмовали, чем понапрасну ревновать, куда как лучше рифмовать. Пока иные воевали, мы все сидели, колдовали. Зачем ей Богу воевать, когда умеешь колдовать? Пока иные еле дышат, а
от гордости себя не слышат. Учите детишек стиху, хотя б тому, что на слуху. Стиху научим, рифмы знаем, на разной музыке играем. Душе имеет тайный план, не солдафон и не мужлан. Да не ревнует, хоть страдает, от всякой музыки рыдает. Да не железный, да болит, но и в другого не болит. Не всякий раз подставит счет, но все же и не смотрит в щелк, в чужую скважину в окно. Ему не то, что все равно, но пылкость бережет как может, хотя и самого тревожит столь беззащитная среда, как безотчетная гряда. Ее не видно за туманом, за фантазией легким планом. Учтите, чем соревновать, учите деток Если вам любезны маленькие драмы, я бы рассказал все, как было. У меня сегодня день рождения мамы, а гитару мама не любила. Полночь над Москвой, полночь на бульваре, полночь на Покровке, на Солянке. Говорила мама о моей гитаре, это песня маленькой цыганки. Вырастешь большая, мама говорила, что за песня в нашей породе. Стало бы пораньше курицу сварить, у тебя детишки на подходе. Так оно и было, так оно и стало с той поры. Не выноси, юный, кто теперь со мной, лишь одна гитара. Голосок ее суровый струн. Если вы хотели вечер со свечами, то со мной давно уже не ладно. Слишком одинок было мне в ночах, слишком мне бывало беспощадно. Нет, не пропадает старый добрый порох, но и с ним нужна своя сноровка. Если кто и дорог, это песня ворох, с рифмка, Солянка и Покровка. Если кто и дорог, это песня ворох, с рифмка, Солянка и поклад.
Мама была обитателем детства. Очень старого Арбата. Родом была с называемой собачьей площадки. Кто ее знает, где эта собачья площадка? Это мифологема, ее никто не видел. Ну, почти никто. Мамы нет уже больше 25 лет. Вот. Собачья площадка. Допустим, когда в конце 80-х вышло «Собачье сердце» большим тиражом, мама так тихо ахнула и говорит, они в моей ли квартире детства, собственно говоря, происходит дело. Не оттуда ли все родом? Вот из этих семи комнат, вот из этого генетика Левита, который жил за стеной. Я не помню словосочетание «собачья площадка». Смущало, но это так, в рамках семьи немножко анекдот, хотя что-то в нем много присутствует, да. Потом я. Это тоже тогда. Да, тоже тогда. Те самые 25 лет с капелькой назад стала жить тоже в большой такой старинной квартире. С черной лестницей, вот с этими сказочными вещами. С печкой. В углу кухни. Черная лестница, в частности, наводила на мысль. Ну и вот как-то мне показалось, что в конце концов тот, кого мы знаем под именем Полиграф, возможно, не чужой человек в моей семье. Так прожила весь свой век проиграв вместе с гитарой. Не для того, чтобы любой полиграф, юный или старый, двери мои на рассвете стучал с черного хода. Дня бы от ночи бы не отличал времени года. Как говорю я ему, полиграф, жизнь полиграфия. Дети и женушка, сам-то ты здрав, хватит ли здравия, чтоб мое зеркало вдрызг разнести острой лопатой, или напротив сорвать, унести девки хрипаты. Что полиграф на пороге стоит, мучим морфем. Может, собаку мою раскроем по полифему, или довольно баранов крови козьего мяса, чтобы циклопу жилось веселей прочего класса. Так проживаю черный доход, все же открытый, и полиграф ненароком зайдет чистый, отмытый. Здрасте, не ждали. Привет, господа, нынче мы сыты. Перепишите, кого и когда. Перепишите, пожалуйста, сами. Взяли бумажку, карандашик, стол. Перепишите, кого и когда. Вы одесситы. И вы одесситы. И вы одесситы. Сами, 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 сами. Сами себя задерживайте. Быстренько. Перепишите. А вот как-то. Посмотри теперь на Москву мою. Я хожу, смотрю и все думаю. И смотреть уже не могу, нет сил. А ведь кто-то смотрел, просил.
Посмотри, что она надела. Побледнела все, стала белой. А была у нас вроде красная. Но уж точно же не бесстрастная. Посмотри-ка ты на ее кино. Там такое, чего не видал давно. Там Тарковский, Бергман, ура, ура. Наконец-то пришла пора. Это странно, но есть зоопарк и цирк, а не только бесчеловечный цирк. ВПК по кругу, пропеллер там и наш монарший банк. Посмотри, прошу тебя, посмотри, да куда девалось все, что внутри. Эти Ненькины сказки, бою-бою, наполнявшие грудь мою. Эти музычки-строчки, Высоцкий бог, он Шаляпина вроде бы превозмог. Евтушенко Войнович и вся братва только что же была жива. Посмотри, что делается, сынок, я совсем тут сбилась с последних ног. Я не знаю, где тут школы, сады, Елисеевские и пруды. Я жила тут как дурочка и балда. И когда эта банда пришла сюда, я скулила потеряно, как щенок. Вот и взяли Москву, сынок. Не отпускай мою руку, не отпускай. Не выпускай мою руку, не выпускай. Не собирай меня к другу, не делай мне бутерброд. Не выпускай мою руку, не подталкивай меня вперед. Не обращай внимания на мои ключи на очки. Не выходи из здания, не расширяй зрачки. Не дыши свинцовым воздухом, не открывай глаза. Подъезды там пахнет порохом, непрерывно бьет слеза. Не выезжай из города, не пересекай черту, не подавай им повода, не дразни пустоту. Не перелистывай ноты, чашку им не подавай, их жалкие анекдоты не пересказывай. Не слушай их странные новости, если что, не смотри в глаза. Ни слащавости их, ни суровости ничему доверять нельзя. И когда я пойду меж циклопами и с повязкою на лице, не отпускай меня, Господи, когда отпустили все. Если кто беременный, погоди, так пока что временно, походи, походи, пожалуйста, животом.
Я скажу, пожалуй, что на потом. Незачем покуда детей рожать, некуда отсюда теперь бежать. Ты везде не понял, ты нелегал. Хоть бы ты и по небу убегал. Если не беременный, то ура. Может, уже старенький, пора собирать лекарства, носки, белье. Маленькое царство, но все свое. Обернешься в старости, ночь черна. Там кромешной ярости, вот она. Женщина, не знающая о том, что ей делать собственным животом. К сожалению, закончилось мое многокнижие. Но к большому моему такому биологическому сожалению. Я, может быть, я вернусь к такой скорописи, которой я была овладела. Я была в восторге каждый день. Да еще и попали подходы. Вот. Все шло в работу. У меня всегда абсолютно все шло. И, например, в работу пошли сны. Мне даже кажется, что я прежде так не умела. Или другой был эмоциональный фон. Через всю жизнь довольно яркий прошел. Зачем мне сны? Они... Не бог и что. И вдруг они стали бог и что. Вижу сон, вечеринку у нас во дворе. Собирается медленно до сигары. Все сегодня придут, и один принесет не куплет, а другой неживой анекдот. Люди наши годов из любых городов собрались близ моих патриарших прудов. Тут вблизи от квартир, где автор зачал, написавший роман о плохих москвичах. Тут зачахнешь и высохнешь, как и любой, но привидится Киев такой голубой. Это спуск, это горько, а снизу подол. И вздохнешь как-то горько и снова за стол. Гость мой в позднем часу был в рубашке как мел. Удержать на весу свой бокал не сумел. И вся грудь залита, будто выдавил гроздь. И рубашка снята, и расстроился гость. Ничего, повторяю ему, ничего. Я сотру, застираю все до одного. Эти страшные алые пятна вина. И вернется обратно нашу жизнь белизна.
Все шумят, и меня кружила толпа. Кровь отстирывать, Господи, что это судьба? Чем стихи разбирать, чем гонять меня с губ? Я рубашки стирать, лучше прачки могу. Много мыла и снова рубаху пила. А ведь только что было, что красно плыла. Вечеринка на славу и гостях затих, а успехи кому демонстрировать их? Надо в доме прибрать, кое-кто молодой. Можно кровь отстирать и холодной водой. Это винные пятна, тут страшно они, и вернется обратно. Полуночный свет. Представляя ножки, а вовсе даже не ровненькими рядами. Что хотят, то и делают. Отправляюсь на днях. Еще немножко побуду. Но на днях отправляюсь на 80-летие Сергея Яковлевича Никитина. Знаете такого? Нет. Вот, это тоже целая сторона дела в этой, очень сумрачной реальности, которая везде. Сверху, снизу, направо и налево, она везде. Куда я не протянула руку, сумрак, Господи мой Боже. Или совершенно непроглядно. Ну, и все равно. Вот, раздается голос. Давай-ка, дорогая, возьми-ка минимум вещей и ко мне на 80-летие приезжай. Я даже не дослышала этого. Мне показалось это таким странным, парадоксальным, лунатическим. Да ну, думаю, мне померещилось. Это было где-то в начале января, новогодний, все это ужасное, зимний с московской. Вот я думаю, куда я поеду? И снова раздается мне звонок и там голосовое сообщение. Давай-ка, собирайся. Не то чтобы, не с интонацией, конечно, указания, но с такой довольно особенной интонацией. Что происходит, думаю, собираться, что ли? Ну вот. Это совершенное чудо. Двинусь. При всем, при том, что так густо присутствует, жду праздника. Сидел товарищ мой 80 лет и не хотел домой, как будто дома нет, а только говорит такие пустяки, чтобы могли парить по кухоньке стихи. Ни лето, ни зима, ни славный городок, ни общая с ума, ни чуткий коробок со спичками внутри. Один янтарный воск, гори огонь, гори. Какой тебе там воск? Кругом один музей, стоит среди реки.
лицей до Колизей, до старые стихи. А вот еще кресты по набережной вдоль, а там не то, что ты, но вся живая боль. А ты еще дитя, научишься вполне, и 40 лет спустя ты вспомнишь обо мне. Сидел товарищ мой 80 лет и все не шел домой, как будто дома нет. Единственный раз. Да это уж, в общем, мы поняли. Ну, возможно, не до конца поняли, но ну, кое-что уловили. Тоже записанный сон. Такой был день один для всех домашних, когда, забыв несчастье, груз вчерашний, уже без шапок, в куртках налегке, слетались мы в московском уголке. Там дед еще давно в 40-е квартиру получил, и все живые. После блокады, после черных дней, себя учили собираться в ней. И были даже молоды надеи, и так звучали, помню я, счастливы их яркие чудные голоса. Спаслись, и чуть не каждых 2 часа готовы были отмечать спасение из бездны войны, со дна землетрясения. Смеялись на лету и на ходу, на соколе в том маленьком саду. Спаслись, спаслись, спаслись. О том там стало жить и наше детство, не так все просто, будто бы в наследстве. Достались нам и дом, и двор, и сад, поток и горки не вернешь назад. Так начинался этот день, когда сестер и братьев встреча хоть не да. Там мамин день рождения был хит. Один другого громко окликал, кормил, поил, осматривал, недлинно дарил внучкам коробку пластилин. Учитесь, братцы, строить новый мир. Так начинался этот самый пир. Спаслись, спаслись, спаслись. Не верю я, что все ушло и нет возможности восстановить планету. Да нас любили так, как в старину, как пережив изгнание и войну. Друг друга нянчим, как детей в пеленках, да гладят им коленки все в зеленках. Да на старинный фотоаппарат любой из нас сниматься счастлив рад. Спаслись, спаслись, спаслись. Вот мамина вернется день рождения, когда пойдем в лес и нисхождение. А мы друг другу чуть не старики, по кромке чистопрудных средиземных, артерий сонных или вены еремных,
или другой, или другой, или другой, в нас спрятаны реки, или другой, в нас спрятаны реки, спаслись, спаслись, спаслись. Писала когда-то тут, несколько лет назад, чуть ли не 5. Случился по календарю мамин день рождения. Благодарствую, дети, благодарю вас довольно покорно. Никогда вы не верили в смертность мою, ни впервые, ни даже повторно. Никогда в моей скальной породе не усомнились на деле, молотком не стучали в рот на просвет, не глядели, принимали как должное. Все прожилки мои креста, все мое простое и сложное, мои руки, соли, металлы, мою кухню, мою усталость, мои головные боли, мою долгую юность, смешную старость и прочие роли. Благодарствую, дети, этот ваш атеизм безбожный, это он разбудил во мне оптимизм, почти невозможно. Я поверила, что не умру ни за что на свете. Как увидела я поутру, благодарствую, дети. Скоро, дружочек мой, Франция будет всех, как нам издавна нравится. Твое море, твой сыр, твои мидии, Бог весть сколько друг друга не видели. Скоро-скоро, моя несравненная, невиданная для вселенной, моя строчка стихов ежечасная, я уже собираюсь злосчастная. Приготовьтесь, коровы с телятами, утки-куры с ногами мохнатыми. Приготовься, треска монотонная, угорь камбала, рыба придонная. Поджидай меня, робкая готика, моя утренняя эротика, моя створка жемчужиной серой, как девчонка-монашенка свет.
русалочек ножки болят. Вы, наверное, помните, люди, а мечтать хоть о маленьком чуде, их обычаи им не велят. На кого же молиться теперь? На какое животное в мире? Ну, допустим, 3 или 4. И осталось из тех, кто терпел свет пронзительный с края земли и нестойкую птичью походку, будто в доме электропроводку. Неожиданно провели, и научишься все извинять, на ладонях неся как причину, по которой не можешь мужчину ни позвать, ни вовеки обнять. У русалочек ножки болят, вы, наверное, помните, люди, а мечтать хоть о маленьком чуде их обычаи им не велят. Свой большой секрет уже рассказала, что у меня все идет в работу. И когда я сколько-то познакомилась, подружилась, породнилась с Францией, конечно, я рухнула во все это, в эти сказки, в эти куски истории, куски готической мифологии. Почти первым делом погрузилась в русалочки дела, в Мелюзину. Ну, потому что... Потому что они погружают, потому что они втягивают, потому что на множество вопросов, которые ты с самого 5-летнего детства вот, пытался задавать и искал эти ответы, и я не чаял, что они найдутся, они там, в старенькой деревенской Франции, находятся. Кто эти женщины? Не как все. Откуда они взялись? Для чего они существовали ли? Как бы сказка, не совсем. В общем, вот я вам такой большой этот самый французский фрагмент. У меня очень много у него ходили. Пластинки, одна, другая, третья, четвертая, не знаю сколько, с этими сказочными делами и не совсем сказочными. Я вам одну такую штуку спою, ей тоже прилично лет. Нет, не 3, не 5, прилично. Вот это рыбачья мифология, вот эта публика, которая уходила... Рыбацкая. Уходила на этих лодочках, значит, в моря. Она временами даже там открывала, если пересекала эти моря, открывала, если не Америку, то хотя бы Канаду. Молчание птиц, трещанье стен, ворчание толстых морд. А это капитан Пютен пришел в наш старый порт. Он будет вешать рыбаку, не сдавших свой оброк. А он каков, а он таков, не рыцарь, не пророк. Пока на берегу вдова пред ним стоит столбом, дурная рыбья голова его с покатым лбом.
выдумываем переделы из суши и воды, где б человек не углядел границ своей нужды. Какой положен рыбаку на жизнь его налог, чтобы день и ночь было начеку, а выплатить не мог. И ослепляют рыбака, идущего в поход, чтобы не знал наверняка, какой улов придет. Без счета рыба, слепота, отличное жнивье, и молчаливых вдов верста хранилище ее. И вот слепые рыбаки рождаются уже, ни войны, ни дураки, и слабый луч в душе. Но хоть с лучом, хоть без луча, живет поселок наш, пока у вдов горит свеча и пишет карандаш. Молчание птиц, трещанье стен, ворчанье толстых морд. А это капитан Петен пришел на старый порт. Такая как бы нормандская сказка. Господи, не трогай человека, у него ведь головная боль. Или вдруг нежданная любовь, или вот больница да аптека. Господи, ну пожалей его, он же не нарочно ошибается, обжигается и ушибается, а потом не помнит ничего. Господи, он глуп, смешон и плох, слабо понимает, скверно учится. Из него героя не получится. И откуда в нем возьмется Бог? Господи, не трогай человека, у него ведь головная боль. Или вдруг нежданная любовь, или вот больница, больница, больница. Найдется господин, порушит ваш детсадик. Готовьтесь, детвора, к уроку страху гор. Нас гонят со двора, так значит, едем к морю. Чудак ученый, найдется господин не слишком утонченный. Не знаю, как зовут
не щурится, не плачь. Вон весь ваш Голливуд коробочку упрёт. Мне говорил один артист малоизвестный, найдется господин в костюмной тройке тесной. Широкий воротник, следы перстней кастета. Ах да, он выпускник тех университетов, где юноша готов скакать себе галопом поверх чужих голов с притопом и приклопом. На нем людская кровь, а обувь не людская. И светленькая бровь округлая такая. Мне говорил один премудрый старый цадя, найдется господин хорошего ждеца. Готовьтесь, детвора, к уроку страху гор. На сбор со двора, так значит, едем к морю. Медленно, но верно, в область старых песен. Маленькая доза нам положена. Не умел жалеть и не жалел меня. Скоро все пошло ни в лад, ни в склад. Приносил во что-нибудь желейное, например, фруктовый мармелад. Я люблю французские коробочки, нежно называемые пат. Тот, кто в детстве это не попробовал, в зрелости садист и психопат. В нашей ветхой булочной на Сретенке бублики и даже калачи. Кто не знает сретенские рейтинги, тот навеки мучься и молчи. В общем, не жалей и не жалей меня, так теперь и будет навсегда. Приноси хоть что-нибудь желейное, вроде безнадежного стыда. Не умел жалеть, да ну и ладно бы, так и быть, я все-таки жива. Я не верю в эти мармеладные, неправдоподобные слова. Не умел жалеть, и не жалел меня. Прошло довольно много лет. Принеси хоть что-нибудь железное. Вы, мужчины, любите жилет. Принеси хоть что-нибудь железное. Вы, мужчины, любите жилет. Если будет еще темнее в череде наших зимних дней, я поставлю одну свечу и детей светить научу. Объясню им, что свет не тьма,
чтобы нам не сойти с ума. Я зажгу свою свечку там, чтоб светило слепым кротам и больным глухим хомякам, и суровым худым суркам, всякому маленькому зверьку я по мере сил помогу. Потому что по всей земле люди тонут в тяжелой мгле. Будем жить в ночи со зверьем или всех на свет заберем. Между небом и землей, между летом и зимой, между зрением и слухом, там натянут голос мой. Между башней и стеной, между миром и войной, между сахаром и солью, там рассыпан голос мой. Между мужем и женой, между болью и виной, между маленьким и взрослым, там берется голос мой. Там прозрачные тихи чутко спят мои стихи, их никто будить не должен, они слепы и глухи. Как младенцы короли, как котята всей земли, если б мы их разбудили, мы бы уже уснуть могли. Между небом и землей, между летом и зимой, между зрением и слухом, там натянут голос мой. Не знаю, как позвать моих учителей, хотя они со мной, но все-таки далеко, хоть бейся, хоть рыдай, хоть вовсе околи, не нахожу тех мест, где мне не одиноко. Как птица головы, беспомощно верчу, оглядываю дом, осматриваю город, и все-таки опять к Ваганькову лечу. Ошейник потерял, расстегивая ворот, не знаю, как позвать. Ни летом, ни зимой от белых хризантем, от розочек в горшочке никто еще не встал и не пришел домой. Лежали и лежат себе поодиночке любимые мои, последние мои. Какие от кого мои?
манера птичья. Не знаю, как тут быть, зови, не зови. Проблемы языка. Проблемы безязычья. Какие тут шутки, когда улетает семья. Последствия жутки, об этом наслышана я. Судьба ни копейки, мне попросту не повезло. Я серая шарика, и мне перебили крылья. Семья улетает, прощайте, прощайте, семья. Меня угнетает, что сестры сильнее, чем я. Взлетай не умик, не эхо с небес нанесло. Я серая шарика, и мне перебили. Лежу близорукко, гляжу безнадежно во мглу. Но я однорукко, и значит лететь не могу. Счастливо, счастливо, кричу я вдогонку семье. Тоскливо, тоскливо, одной оставаться в зиме. Тоскливо и жутко готовиться к лютой зиме. Последняя утка, последняя утка на этой земле. Судьба не копит, и здешние птицы твердят. Я серая шарика, пускай меня лисы съедят. Ну, вдруг вы не знаете, вещица 79-го года. И вот уже вхожу в такую реку, что самый дальний берег омывает, где человек прощает человек. Любую боль, которая бывает, пускай река всему меня научит, пока плыву по этой самой глади, где человек, человек не мучит, не может мучить человека ради, хотя проснуться берега такого, который мог покуда только сниться, где человек не мучает другого, а только сон трепещет и казнится. Ни челна, ни удалого ковчега, волна речная берег предвещает, где человек прощает человека, где человек. Человек, прощай.
ничего не помню больше. Нету, не было покоя. Нет, не было покоя. Детство билось о края. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что это такое? Это сретенька твоя. Ничего не помню дальше. Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Стыла птица у воды. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это чистые пруды. Ничего не помню, кроме. Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Звезды падали со лба. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это все твоя судьба. Ничего не помню больше. Голос делается глуше. Я отстала, я пропала. Я осталась позади. Няня-няня, баба груша. Няня-няня, баба груша. Няня-няня, баба груша. Подожди, не уходи. Няня-няня, баба груша. Няня-няня, баба груша. Няня-няня, баба груша. Подожди, не уходи. Моим детям уже надо было, конечно, рассказывать немножко, кто это. Я крайне мало лишь, впрочем, рассказываю. И об этом, и о чем угодно. Все мне казалось, многое было пущено на самотек. Все мне казалось, что сами дойдут. Да, наверное, не без этого. Вот, а стихи пускай, ну, ерунда, думаю. Ну, что мои стихи? Последняя очередь. Да примерно так и произошло. В том смысле, что никто из них, няню, бабу Грушу, ну, например, старшего, кому-то из вас известного Антона, она успела даже нянчить, она до 97 лет дожила. Моя няня, няня моей мамы, моего старшего брата и меня. Вот, нянчившая, значит, крошечного росточку. Была у нас баба Груша и Антошку до 2-2,5 лет. Еще донянчила и потом тихо испарилась. Сегодня уже совсем сказочное существо. Стихи 30-летней давности моей тогдашней неисправности. Разрезь судьбы ее пласты, той ясности, той наготы. Той самой той непоправимости, как письма той неотправимости, забытости и прямоты, той ясности и наготы. Стихи из моего бессловия, будто из летописи Флавия. Что было там, одни мечты, той ясности и наготы. Но вот же все они топорщатся, так что теперешние морщатся, и строшерша
но чисты из ясности и наготы. Как ваша светлость почивает? О чем она переживает? Достаточно ли ей светло? А худо, друг мой, очень худо. Мы все надеялись на чудо. А чудо так и нет покуда. А чудо не произошло. Вашу светлость огорчает, что вашу светлость удручает, что вашу светлость омрачает, вас любит лютый, чтит ваш двор, у черниш тоже за любовь, все время вилы на готове, а двор, прости меня на слове, что я сеньор, дурак и вор. Герцка ностальгия, но вас утешит герцогиня, она ведь верная подруга, ваш брат, я слышу, удался. Мой друг, мы с вами с детства близки, скажу вам, женщины так низки, с супругом я уже не подруга и с ней живет, а круг не нанося стране урона, я отрекаюсь друг от трона, кому нужна моя корона, а жизнь моя, скажи кому, какой тебе к черту светлость, дал ей черность и светлость, пойдем кого посмотрю. Симпатичную котю. Как ваша светлость поживает? Как ваша светлость почивает? О чем она переживает? Достаточно ли ей светло? А худо, друг мой, очень худо. Мы все надеялись на чудо. Как и не покуда, а чудо не произошло. Это вещь 78 года. Пережила со мной рядом множество разных событий, больших и маленьких. Вот. В какой-то момент она звучало в ролике, который нацелен был, я уже не помню, на какое-то европейское телевидение, потому что мой муж снял лет 25 назад или 30 сериал «Королева Марго», и мы делали туда какой-то ролик, мы переводили это на языки, то, как ваша светлость поживает. Вот, и мы с Мишей Ефремовым ее записывали где-то на Мосфильме, во всем этом, значит, да, облачившись какие-то там кринолины, шелка и бархаты. Ну, смехота, конечно, тоже было. А в какой-то момент, очень скоро после ее появления, ну, тогда же магнитофоны все тиражировали моментально, в эти 70-е годы, в каком-то 79-м году, не знаю, едва ли 80-м, случайно включенный телевизор, хорошо, не случайно, не важно, включенный телевизор, вдруг давал изображение Татьяны Васильевны Дорониной, которая во всем Доронинском великолепии пела. Как уж слезы всплывали. Вот, и я хлопала глазами, мне было, не знаю, 22-23 года. А весьма народная артистка, значит, в белокурых кудрях. Все это, да, исполняла. Такая вещь заслуженная.
заслуженная вещь. Мы с вами совершенно подошли к концу. Заслуженных вещей не так мало, тех из старых лет, которые прошли, ну, говорю же, со мной или даже без меня. Куда-то там улетали. Вот. Задолго до интернета, конечно. И делались каким-то, в общем, отдельным таким в воздухе растворенным мелкодисперсным объектом. Когда я пришла в 84-м году на фирму «Грамзапись и мелодия», кто помнит, какая была. Ну вот, я уже была с огромным багажом, они говорили, сколько вы собираетесь записывать? Я говорю, ну сколько дадите возможность. А сколько же у вас вещичек? А у меня их были сотни, уже в 84-м же году. Вот, а сейчас того больше. Хотя сейчас я, конечно, поникла головой и примолкла. Ну, мало я знаю маломальских художественных людей с не поникшей сегодня головой. Это все очень трудно. Или надо быть совершенно, ну, совершенно дуболобом. Да я таких не знаю. Где-то, говорят, они есть в природе. Может, не в курсе. Вот. Я вижу только склоненные головы людей. И среди пишущих, и среди слушающих только. И другого ничего не вижу. Вот, но между тем какая-то микроскопическая, но присущая человеку вера в чудо, конечно. У нас с вами самая последняя была только. Женщина летающая трудно, лицо твое светло, жилище скудно, на улице темно, но многолюдно. Ты смотришь широко на стекло, но женщина глядящая тоскливо, мужчина нехорош, дитя сопливо. Часы на кухне тихо идут сонливо, неужто твое время истекло, истекло? У женщины, чьи крылья не жалели, они намокли и оттяжелели, ты тащишь их с натугу еле-еле, ты сбросить хочешь их к его ногам, но погоди бросать еще чудачку. Кончится твоя земная спячка. О, погоди, кухарка, нянька, прачка, ты полетишь с сладчайшим берегом, берегом. Ты полетишь над домом и над дымом, ты полетишь над Прагой и над Римом, и тот еще окажется счастливым, кто издали приметит твои бали. Из комнатки твоей сегодня душно, запомни ты прекрасно, ты воздушно, ты только струям воздуха послушно. Не бойся, все с тобой произойдет, произойдет, произойдет. Произойдет, произойдет. Между прочим, на самом деле мы закончили, но крошечно подскрипнули. Между прочим, в мае будет 100 лет со дня рождения Куджава. Там неким, мне кажется, очень иррациональным, нелепым, возможно, и великолепным людям пришло в голову ко мне обратиться с этой инициативой. Я уже собрала вечер. Он уже весь сделан в Центральном доме литератора, и, к моим сведениям, у него даже уже ушли все билеты в середине мая. Что я хотела сказать? Там есть один
Ну, не огромное число участников. Ну, нужно, чтобы это были специальные люди. Специальные. Вот там есть один не юный поэт. Не назову, не буду говорить. Это он когда-то в мои очень-очень свежие молодые годы остановил меня в одном коридоре где-то в редакции, говорит: так, послушай, дело к тебе. Вот самое важное, что один человек мог бы сказать другому коротко, можешь сформулировать? Ну, как-то я замешкалась. Он говорит: ладно, скажу тебе. Два маленьких слова. Не бойся. Все? Закончилось. Спасибо. Спасибо.